Торжественное открытие сквера советской скульптуры состоится в пятницу 18 октября. Проект реализован в рамках областной программы по развитию объектов, предназначенных для досуга жителей города. Сквер парковой скульптуры советского периода, вот он, все вы видите, что он готов. Да, мы немножко изменяли проект, увеличивали виды работ, но я надеюсь, что все-таки мы, основные виды работы, они будут выполнены к 18 числу, потому что дальше, ну, нет смысла уже переносить, но я считаю, что на 99% объект он готов сегодня. Вот. Остается немножко доложить плитку с улицы Агаркова, но это уже идет все непланово. Но нам похотелось, чтобы все-таки это было в комплексе, все готово. Вот. И я надеюсь, что все-таки 18 числа, пока по времени это будет либо 18, либо 18.30, это будет зависеть от ряда причин, от приезда гостей. Все-таки открытие оно будет для тегельчан. Я, наверное, приглашаю всех тегельчан посмотреть, что у нас получилось. На сегодняшний день в сквере установлено 9 отреставрированных скульптур советского периода. В оформлении территории использованы оригинальные чугунные урны и осветительные столбы середины прошлого века.